бармен. Может, он подскажет, где искать Паку? Все будет хорошо. Я найду его, выясню все, что мне нужно, и уйду отсюда. Если Пака — приятель чокнутого доктора, надо глядеть в оба. Бармен. Может, он подскажет, где искать Паку? Ничего не имею против Технотранс Индастриал. Или что бишь это там? Но зачем же так громко? Я еще не пришла в себя после встречи с чокнутым доктором. Прожигатели жизни. Не мой стиль отдыха. Девочка была прелесть, такая глупая. Может, потанцевать перед ним, показать себя.
теряю квалификацию. Он в мою сторону даже не взглянул. Надо изобразить что-то более сексуальное. Только найти бы, где переодеться. Конечно, туалет. Можно уединиться и сменить образ. Где он здесь? Наверное, вот этот красный куб у входа. Ниже вырез, больше ног. Мэдисон. Я прямо-таки восхищаюсь.
стал страшным. Может, мы с вами переберемся в место более укромное? О, ну конечно. Киша, пойдем-ка. Направлю на него пистолет, все узнаю и смоюсь, пока он не поднимет тревогу. Все будет в полном порядке. Все будет в полном порядке. Ну, добро пожаловать в мое царство. Дайсона. Она нам сейчас ни к чему, конфетка. Ну, покажи, на что ты способна. Раздевайся. Медленно. Не стесняйся, детка. Можно мне выпить? Знаешь, чтобы расслабиться. Сломать? Ну, лед давно уже сломан, красавица. Иди сюда. Давай, раздевайся. Может, сначала поговорим? О, нет. Чего языком-то чесать, киса? Я наболтался. Порадуй меня. Простите, я... Боюсь, мы друг друга не поняли. Слушайте, я пойду. Хорошо? В другой раз. Нет, это ты немного не поняла, детка. Довольно тянуть время. Да или нет, зайка? Я никогда не принимаю отказов. Должно же быть решение. Лампа, только бы удалось схватить ее. Я умница. Так, второй акт. Посмотрим, как запоет наш мачо. Только пикни. Пуля в лоб. Понял? Черт! Что тебе нужно?
Ты снял квартиру на Марбл-стрит. Объясни, зачем? Квартиру? Какую еще к черту квартиру? Думаешь, взяла за яйца, леди? Попадешься ты мне, жопу порву. Ах ты, сука, убью тебя! Босс, все хорошо? Ну что ж, спасибо за отличную идею, Пака. Теперь ты заговоришь. А, о, что ты делаешь? Хватит! Хватит! Я только начала. Могу продолжить. О, я ни разу не был в той квартире. Дал ключи одному типу, который искал квартиру. Он заплатил. Как его звали? А, он не назвался, клянусь! Шепард! Его зовут Джон Шепард! Я все сказал, клянусь! Вот, не так-то трудно, верно? Жаль прерывать романтический вечер, но мне пора бежать. Увидимся, мой мачо. Надо выбираться отсюда. Как же болит голова. Это имя Джон Шепард. Это имя убийцы? Скоро узнаем. В следующий раз он трижды подумает, прежде чем тащить девицу к себе. Вот так. Неплохо, девочка. На Марвел-стрит. Не знаю, что вы там делаете, знать не хочу. Но так или иначе, это привлекает внимание. Кореш, я знаю, ты вытащил меня из тюряги. Меня чуть не замочили. Долго тебе помогал. Думаю, мы с тобой прощаем. Стой, что ты делаешь? Я помогу! Нет! Нет! Не надо!
Джон. Он друг Пако. Я всегда его пропускал. В последнее время меня только и колотят, как боксерскую грушу. Подозреваемый мертв. Меня пытаются убить. Кажется, я напал на верный след. Черт, это тупик. Дорога в никуда. Эта работа меня с ума сведет. Этот урод чуть не свернул мне шею. Он мог убить меня. Что его остановило? Пако знал убийцу. Вот почему его убрали. Его карман. Я оторвал его в драке. Два чека с одной заправки. Занятно. Сорок пятый калибр, полуавтоматический. Сорок пятый калибр. Пако Мендес не святоша. Список судимости с телефонный справочник. Убийца здесь что-то искал. Мэдисон Пейдж. Что она здесь делала? Пыльца орхидеи. Чертов мастер оригами. Пуля точно между глаз. Мгновенная смерть. Пора идти. Надо все хорошенько обдумать. Там было темно, и все произошло так быстро. Я не разглядел его лица. Снова Мэдисон Пейдж. Она может быть свидетелем.
Убийца мог оставить какие-то улики. Итан, что случилось? Я не смог. Я должен был убить его ради Шона. И я не сумел. Ты не мастер оригами, Итан. Ты не совершал эти убийства. Это точно. Что это меняет? Главное сейчас спасти Шона.
Она единственный человек, кому я могу доверять. Но следующее испытание я должен пройти один. В других обстоятельствах у нас с ней могло бы что-то получиться. Я потерял слишком много времени. Я должен пройти последнее испытание. Последняя фигурка, и я найду своего сына. Она еще спит. Это хорошо. Я просто уйду, без прощаний и объяснений. Я не знал. Все время у меня за спиной. Итан, что случилось? Я думал, что важен тебе. Слушай, я... Ты неплохой врач для долбанной журналистки! Итан, я хотела признаться, но... И что за статью ты собиралась писать? В постели с серийным убийцей? Нет. По следам мастера оригами. Может, напишешь книгу? Надеюсь, оно того стоило! Итан, ты не так понял, я... Ты врала мне, Мэдисон! Все это время ни слова правды! Я думал, ты хочешь помочь, а ты думала только о своей сраной книге! Это правда. Я журналистка. И, конечно, я знала, что ты отец похищенного мальчика, и... И я хотела написать об этом. Потом я увидела, на что ты готов ради сына. И я поняла, как ты его любишь. Я хотела сказать тебе правду, но не смогла. Я боялась, что ты... Что ты мне не поверишь. Боялась, что ты прогонишь меня. Я хочу одного. Только чтобы ты спас Шона. А после всего этого я хочу быть с тобой. Прости, Итан. Прости меня. Уходишь. Верно? Меня ждет последняя фигурка. Последние буквы, и я узнаю, где Шон. Береги себя, Итан. Я не хочу тебя терять. Через 10 минут.
Копы. Они разыскивают Итана. Сейчас начнут обыск. Ну уж, ну какой там номер? Давай, давай. Возьми трубку. Алло? Полиция. Они в мотеле. Беги, пока не поздно. На колени. Руки за голову. Тише, тише. Лучше не рыпайся. Ты окружен. Вот здесь, вот! Лорен? Простите, Скотт. Зря вы не послушались, мистер Шелби. Предупреждал же, не лезьте в это дело. Ваш сын серийный убийца. Скольких он должен убить, чтобы вы его сдали? Горди не подарок, но он мой сын. У вас нет детей, мистер Шелби. Вы не в силах меня понять. Сами напросились. Расследование окончено. Совсем. Город!
Заткнись! Лоран! Вот идиот! Ничего не получится, если не включить зажигание. Я собирался заняться плаванием, но только не таким образом. У тебя есть машина? От моей ничего не осталось. Да, есть. Что ты будешь делать? Пришло время свести счеты. Идем, пора домой. Запри двери и окна и никого не пускай без меня. Ладно? Осторожнее, Скотт. Не хочу тебя терять.
назад! Не подходи! Стреляю! Сраный урод! Прошу, не убивай! Это твой придурок сын убивал детей! Он мастер оригами! Нет, нет, он не виновен! Он не убийца! Не убийца! Ты чертов лжец! Говори правду! Нет! Пожалуйста, не бей меня! Говори! Не знаю, я клянусь! Ничего не знаю! Нет, нет, умоляю, я скажу, я все тебе скажу. Горди, Горди ищет развлечений, понимаешь? Он захотел подражать мастеру оригами. Он похитил парня, слишком долго продержал его под водой. Несчастный случай, с каждым могло произойти. Он хотел поиграть. Горди признался. Он так плакал, так сожалел о случившемся. Что бы он ни сделал, Горди... Горди мой сын! Кому он нужен? Что? Да тот убитый мальчик. Кому он нужен? Уличный сброд их, как собак нерезанных. Ах ты, дерьмо собачье. А как же Джон Шепард? Зачем носить цветы на могилу? Мне принадлежала стройплощадка. Не могу забыть. Ношу цветы на могилу уже 30 лет. У Джона был близнец. Что с ним стало? Не знаю. Вроде бы отдали другой семье. Его мать, наверное, знает. Ее зовут Анна Шепард. Мое сердце! Сердце! Скорей! Мне нужны таблетки. Там, в ящике. Шону осталось всего несколько часов. Надеюсь, я не зря сюда приехала. Джон Шепард умер 30 лет назад. Надеюсь, его мать сможет что-то прояснить.
Здравствуйте, могу я видеть Анну Шепард? Распишитесь, пожалуйста. Вы, наверное, родственница. Да, что-то вроде того. О, она так рада будет видеть вас. К ней же никто не приходит. У нее болезнь Альцгеймера. Почти ничего не помнит, но ей будет приятно, понимаете? 19-я палата, в конце коридора. Спасибо. Я ищу комнату номер 19. Я ищу комнату номер 19. Миссис Шепард? Что, пора принимать лекарства? Нет, миссис Шепард, я... Вечно забывают про лекарства. И о чем они думают? В другой больнице всегда давали вовремя. А здесь... Меня зовут Мэдисон Пейдж. Я журналистка. Вы не расскажете мне о вашем сыне? Мне не нравится больница. Еда здесь совсем невкусная. Вы помните Джона? Мой Джонни. Он такой хороший мальчик. Другой ваш сын, миссис Шепард. Брат-близнец Джона. Как его звали? Какой еще сын? У меня нет другого сына. У меня не было детей. Вспоминайте, миссис Шепард. Брата Джона отдали приемным родителям, когда случилось несчастье. Вы помните фамилию приемных родителей? Я просила их принести телевизор. Они сказали, у меня нет на это денег. Жалко. Я люблю смотреть телевизор. Ваш сын в беде, миссис Шепард. Он совершил что-то ужасное. Его надо найти. Вы понимаете? Что-то ужасное мне или не знать? Он ни разу не пришел ко мне. За 10 лет ни разу. Ужасно забывать родную мать. Миссис Шепард, ваш сын может быть причастен к убийству. Вероятно, вы можете рассказать что-то, что поможет расследованию. Вы новенькая? Где мое лекарство? У вас был сын Джон, и у него был брат-близнец. Принесли лекарство. Пора пить лекарство. Я знаю, что случилось тогда в Карнаби. Вы помните? Карнаби, говорите? Я, кажется, жила там много лет назад. Денег у нас тогда совсем не было. Еле сводили концы с концами. Нет смысла тратить время зря. Стоя здесь, я ничего не узнаю. Люблю оригами. Нет, это не моя любимая.
люблю оригами. Нет, это не моя любимая. Вы тоже умеете складывать собачек? Мои детки любили оригами. Я учила их складывать. Джону нравились собачки. И каждый он называл Макс. Макс, Макс, Макс. Он всех называл одинаково. Я пыталась убедить его придумывать им разные имена. Но он все равно называл каждого песика Макс. Странно, правда? Нет смысла тратить время зря. Стоя здесь, я ничего не узнаю. Чтобы она вспомнила фамилию приемных родителей, мне придется просидеть с ней несколько дней. Шон Марс уже погибнет. Это ваши дети, миссис Шепард. Джон и его брат. Это они? Они хорошие детки. Отец совсем не любил их. Вечно пил. Нелегко им жилось на свете. Память возвращается к ней. Пожалуйста, вспомните. Может, эта женщина мать убийцы? Надо как-то заставить ее вспомнить. Вы сами сделали эти фигурки? Мои бумажные зверушки. Дети так любили играть с ними. Я научила своих мальчиков их складывать. Да, мальчиков, миссис Шепард. Джона и... Как звали вашего второго сына? Второго сына? У меня был один сын. Крошка Джонни. Нет смысла тратить время зря. Стоя здесь, я ничего не узнаю. Нет смысла тратить время зря. Стоя здесь, я ничего не узнаю. Миссис Шепард рассказывает вам о прошлом? Она почти ничего не помнит. А иногда вспоминает странные вещи.
Воспоминания всплывают, когда она видит что-то знакомое. Родные часто навещают ее. Вы единственная за все 10 лет. Я ищу ее второго сына. Его усыновили, в смысле, у него теперь другая фамилия. У вас есть какая-нибудь информация о семье миссис Шепард? Нет, к сожалению, ничего нет о ее семье. Если ее мальчика кто-то усыновил, только она знает об этом. Ей можно показать ее вещи, так она вспоминает о своем прошлом. Может, у вас получится? Спасибо за совет. Она сказала, что любит цветы. А какие? Показать ей то, что пробудит воспоминания. Она сказала, что любит цветы. А какие? Какая милая орхидея. Дети любили орхидеи. Я выращивала их во дворе. Когда Джон погиб, я приносила орхидеи на могилу. Я так плакала тогда. Я уже потеряла одного ребенка, а теперь у меня забирали второго. Это ужасно. Приемные родители, миссис Шепард. Вы помните фамилию людей, которые забрали брата Джона? Они были очень милые люди. Я приходила к ним. Сначала я часто навещала сыночка. А потом я заболела и перестала приходить. Он, наверное, подумал, я забыла о нем. Подумал, что я совсем разлюбила его. А имя миссис Шепард? Как его звали? А я любила его. Если бы вы только знали, как я скучала. Прошу, Анна, вспомните, как его звали. Подойдите-ка. Последнее испытание. Последний вопрос. Готовы ли вы отдать жизнь за сына?
В этой склянке смертельный яд. Он прикончит вас ровно через 60 минут. Выпив яд, вы получите последние буквы адреса. Вам хватит времени найти сына и попрощаться с ним, но после вы умрете. Можете выпить яд или уйти. Выбор за вами. Спасти Шона и умереть самому. Он останется без отца, но будет жить. Наверное, нужно так и поступить. Камеры. Похоже, за мной наблюдают. Яд. Если выпью, умру через час. Если не выпью, не получу последние буквы адреса. А если это ложь? Если яд подействует мгновенно, и тогда никто не спасет Шона. Смерть наступает через час. Я успею спасти Шона. Готов ли я умереть ради сына? Я сделал то, что был должен, Шон. Скоро папа спасет тебя. Я до сих пор не нашел сына, а время уже на исходе. Гребаный шифр, гребаный адрес, мать твою! Должен же быть какой-то выход! Под этот шифр подходят несколько разных адресов. Господи, они разбросаны по всему городу. Я уже не успею объехать все.
Времени у меня хватит только на один адрес. Если Шона там не окажется, то все, конец. На спасение Шона Марса осталось пара часов. Должна же быть хоть одна зацепка. Наверняка у меня под носом. Мальчик умирает, а я топчусь на одном месте! Ну как, собрал свои шмотки? Не понимаю, о чем... Расследование окончено. Убийца найден. Мы больше не нуждаемся в твоих услугах, Норман. Оседлай свои папки и дуй назад в Вашингтон. Честно скажу, скучать я не буду. Расследование не окончено. У вас нет улик против Марса? Марс виновен. Дело закрыто. Все равно это тебя не касается. Ты снят с дела. Собирайся и вали. Блейк! Да ты долбанутый, сбрендивший психопат! Принимаю как комплимент. Честно говоря, мне на тебя наплевать. Я нашел мастера оригами. Все довольны, истории конец. Скатерти дорожка, Норман. Имя убийцы здесь, среди кучи данных. Надо его вычислить, найти, пока не поздно. И последнее, сэр. Лучше все-таки не злоупотребляйте, сами знаете чем. Это опасно. Очень опасно. Вы загоните себя в могилу. Это будет очень печально, сэр. РС было в режиме записи, когда я дрался с убийцей. Надо посмотреть запись. Меч был с самого начала в кабинете Паку. Он никак не связан с убийцей. Пистолет убийца бросил в Голубой лагуне. Надо бы пробить его по базе.
конфискован полицией 5 лет назад. Этот пистолет должен все еще быть в полиции. Кто мог его забрать? Только коп. Два чека с одной заправки. Возможно, убийца живет неподалеку. Нет, это нам ничего не дает. Убийца живет где-то здесь. В этом квартале 342 жителя. Так не пойдет. Нужно как-то сузить область поиска. Похоже, убийца полицейский. Карта Блейк. Это объяснит неудачи в расследовании и желание обвинить Итана Марса. Это коп. Но в обозначенной зоне живет только один коп. Попался! У него есть склад в порту. Если я ошибся, Шон Марс погибнет. Спецназ и вертолет. Что, сегодня? Ясное дело, сегодня, придурок, прямо сейчас. Не прогоняй меня, Скотт, не хочу уезжать. Слушай, это всего-то на пару дней. Мне нужно покончить с этим. Я тоже хочу отомстить убийце сына. Иначе нельзя, Лоя. Верь мне. Погости несколько дней у матери, а я приеду, когда все кончится. Скажи мне, кто мастер Олегани? Я хочу знать, кто убил сына. Слушай, вот закончу и расскажу тебе все, что знаю. Обещаю. Работает слишком далеко отсюда. Я не успею привезти ее.
держись, брат! Я приведу помощь, и тебя вытащат! Папа! Надо привести папу! Только он может спасти Джона! Пап, пап, скорее! Джон свалился в трубу! Да, выметайся отсюда, кля! Отстань от меня! Идем за мной, пап! Идем! Джон утонет! Джон утонет! Так одним прожорливым ртом станет меньше! Шалван! Пап, пап, пожалуйста! Джон утонет! Джон утонет, папа! Ты меня папа. Слышал? Вон! Пожалуйста, пожалуйста, пап! Вытащи Джона! Я просил Джон, но он не слушает, не хочет идти. Не умирай, Джон, пожалуйста!
Убийца может быть здесь. Надо глядеть в оба. Если он у себя, я притворюсь, что ошиблась этажом. Будем надеяться, его нет дома. Надо бы сообщить в полицию. Но ведь у меня нет доказательств. Только показания старухи, потерявшей память. Момент истины. Если Анна Шепард назвала правильное имя, мастер оригами живет здесь. Квартира мастера оригами. Здесь наверняка можно узнать, где Шон Марс. Надо торопиться. Вдруг он вернется. Он работал в полиции и отлично знал, как именно будет происходить расследование. Я обыщу все комнаты. Наверняка найду хоть какую-то подсказку. Черт, я ничего не могу найти. Думай, Мэдисон, пока он не вернулся. Здесь должно быть место, где он хранит свои маленькие секреты, где у него может быть тайник. Погодите-ка, тут должна быть еще комната, прямо за большим шкафом в кабинете. Бывший полицейский. Он знаком с их работой изнутри, поэтому умеет заметать следы. Ничего. Я ничего не могу найти. Может, Анна назвала не то имя? Полицейская форма. Доверяйте, дети, полицейским. Они шли за ним, как агнцы на заклание. Этот псих смотрел, как он тонет. Какой-то колодец, постепенно наполняющийся дождем. Медленная смерть.
Осталось совсем немного времени. Здесь должна быть подсказка, как найти колодец. Черт, нужен пароль. Вот оно. Макс. Так Джон в детстве называл своих бумажных собачек. Это еще что такое? Адрес. Наверное, там спрятан Шон Марс. Скорее, нельзя терять ни минуты. Так ты узнала мою маленькую тайну? Довольно, Скотт. Ты убил всех этих детей, чтобы найти отца, способного спасти ребенка. Заткнись! Ты ничего не понимаешь. Ребенок еще жив. Его еще можно спасти. Отпусти его. Не поступай, как твой отец. Иди туда. Разобьюсь, если спрыгну. Должен быть другой путь наружу. Thank you.
слишком высоко. Я разобьюсь, если спрыгну. Должен быть другой путь наружу. Я могу разбиться. Надо искать другой выход. Я знаю, где Шон. Надо сообщить Итану. Я уже очень давно, ищу Ита. Ищу отца, готового сделать то, что не захотел.
пожертвовать собой, чтобы спасти сына. О, я искал, искал, искал. И тут я вспомнил тебя. Столько убийств? Всего лишь поиски отца, способного спасти сына? Всего лишь поиски отца? Ты хоть представляешь, каково чувствовать себя ничтожеством в глазах собственного отца? Поверь мне, я страдал. Не меньше своей жертвы. Я прошел все испытания. Верни мне моего сына! Он здесь. Осталось только открыть решетку. Надо открыть эту чертову решетку. Надо найти что-нибудь. Преступник вооружен и очень опасен. По приказу открываем огонь на поражение. Повторяем, на поражение. Эш, снайперы на местах? Да, лейтенант. Они ждут команды. Отлично. На сей раз он не уйдет. Открываем огонь, как только он высадится. Эй! Вы там! Что вам нужно? Лейтенант, меня зовут Мэдисон Пэтч. Я журналистка. Я докажу, что Итан Марс невиновен. Он не мастер оригами. Что здесь делает журналистка? Я же приказал всем молчать. Уберите ее, пока не полезла под пули. Есть, лейтенант. Ладно, пошли. Вы совершаете ужасную ошибку, лейтенант. Итан Марс невиновен. Я докажу. Ah!
Убирай, сынок, пожалуйста. Дыши. Ну же, дыши. Джон! Я думал, ты умер. Папа, я знала, что ты меня спасешь. Джон, слушай, ты самое лучшее, что есть у меня в жизни. Я хочу сказать тебе, что бы ни случилось, я люблю тебя больше всего на свете. Я еще жив. Я выпил яд час назад. И не умер. Убери ее, наконец. Марс не виновен, черт возьми. Он не виновен. Эй, вы куда?
Твою-то мать. Ждем приказа, лейтенант. Понимание все. Отставить. Повторяю, отставить. Мэдисон? Что случилось? Там копы. Снаружи. Они окружили склад. Только ты выйдешь, откроют огонь. Я выйду один. Поговорю с ними, объясню. Пристрелят, не успеешь рот открыть. Слушай, мы выйдем все вместе, подняв руки вверх. Всех нас не пристрелят. Я могу доказать твою непричастность, Титан. Слушай, прости, что не поверил тебе. Я думал только о Шоне и решил... Неважно. Самое главное, ты спас Шона. Всеобщему облегчению, полиция сегодня объявила, что Шон Марс найден совершенно целым и невредимым. Мальчика держал в колодце убийца-мастер оригами. Успешное спасение мальчика стало возможным лишь благодаря Итану Марсу, которого полиция одно время считала убийцей. Его невероятная смелость и упорство позволили сорвать жестокие замыслы мастера оригами. Комиссар полиции принес герою официальные извинения. Главная новость дня. Наконец-то полиция выследила убийцу так называемого мастера оригами. Скотт Шелби, белый, бывший лейтенант полиции, он выдавал себя за детектива, нанятого семьями жертв убийцы. Шелби был убит в ходе проведения полицейской операции, однако подробности событий пока не уточняются. Скажем так, ее подобрал друг моего друга. Если нравится, берем.
Коти выбрал комнату. Ну, что скажешь? Это чудесный Итан. Мы забудем о том, что случилось. И будем жить обычной жизнью. А прошлое вскоре покажется дурным сном. Мы заслужили право на счастье, Итан. Все трое. Мира сегодня и признан всей страной новым героем нашего времени. И недаром он почти единолично положил конец серии жестоких преступлений, совершенных мастером оригами, и спас мальчика по имени Шон Марс. Его решительность и острый ум заслуживают восхищения. Норман Джейден! Здравствуйте! Ты убил моего сына, Скотт. Ты вспоминал об этом, когда обнимал меня. Не знаю, зачем ты все это сотворил. И ничто не может тебя оправдать. Как же я презираю тебя! Я тебя презираю! I'm a father too.